С развитием недостатка усилителей и радиоприемников одним из необходимых измерительных приборов для их налаживания стал измерительный цех, предложенный в 1934 году Иваном Негером и представлявший собой комплексный прибор из нескольких предметов, размещенных в общем корпусе, предназначенных для одновременного измерения рабочего напряжения на различных углах схемы с целью установки рабочих точек. Кроме измерения напряжения, данный прибор может использовать измерение параметров контуров приемника, частоты индуктивных и емкости его компонентов. Кроме того, прибор может быть использован для измерения напряжения на батареях питания монтируемого аппарата. В переносном исполнении количество измерительных головок могло быть сокращено до 4. В этом случае усложнялась коммутация входных проводов таким образом, чтобы по очереди можно было подключать измерительные щиты от входных цепей до выходных. Химически прибор состоял из нескольких микроамперметров с измерительным сопротивлением, источника напряжения батареи 400 вольт для измерения сопротивления частоты и емкости, большого количества входных клемм с цифровой маркировкой, подключение через токовую радиолампу, измерительный каскад. Возможность проведения одновременных измерений в нескольких точках сделала этот прибор необходимым для ремонта и налаживания приемных измерительных аппаратов.